Да. Полетели. Коробочка с игрушками. Так, сразу. Это что у нас? Это машинка. Какая-то модная. Для дяди Жени. Для дяди Жени. Сейчас, малышка. Опа. Еще машинка, думаешь? Ее собрать надо. Конструктор. Это стройка. 7 в одном написано. Стройка. 7 машинок. Так, это что? Пуч? Да, смотри, какой огромный. Светится, в темноте показано. Они все знают, короче. Можно просто эксперт. Это... Лего. Это Лего. Плеймобиль. Это точно Лего? Да. Ну, да. Плеймобиль это, да, это одна из серий Лего. У меня вчера спрашивали, уже написал человек, типа, а есть Лего для взрослых? Я говорю, такой есть? Они говорят, да, Лего 18+, сложно собирается. Есть там и цветочки. Это для малышей. Детектор лжи. Детектор лжи. Я что-то подумал, Лего 18+, что-то по-другому. Лего 18. Это какой-то таракан, смотри. Куколка. А, куколка. Таракан. Дюймовочка, наверное. Это типа как... Я думала, что это таракан. О, куколка тоже еще одна девочка. Такая для... С колясочкой. Мегалодон меньше. Тише, тише, что-то уронили. Мегалодон меньшим размером. Эй, тихо! Листочки. Это значки. Листочки. Это красочки. Это красочки. Мегалодон, дитё мегалодона. Это на люльку вешается... Мобиль. Бэби-мобиль. Да. Миска. А это интерактивный опять мишка. Какая-то. Конструктор. В детстве такой у меня был. Ой, это что? Мишка. Это интерактивный мишка для деток маленьких. Пазлы. О, щенячий патруль. Щенячий патруль. Коробка пошатанная, но целая вроде все. Опа. Гарри Поттер. Потный Гарри. Ой, смотрите, это какое-то казино потного Гарри. Будь здоров. Казино потного Гарри. Нет, это игра такая. Да. Ты покидаешь кубики и ходишь. 10+. Тогда ты сюда. Что ты кинула там? Буковки, скорее всего. Вышивалки. О, это Бизи Куб. Бизи Куб? Да, Бизи Куб. Я знаю Куб. Фильм ужасов. Это для бэбиков, чтобы там типа с сортером. А это было, выпало из коробочки с мобилем. Ага. Это которая крутится для ребятишек. Да. Опа, и это... И какая-то еще... Рисовать, супер ручка. Нет, это ручка, чтобы делать такое, знаете... 3D? Да, 3D ручка. Она вот как такая вот пистолет делается. Круто! Это еще одна коробочка с палеты с игрушками.